Я Максим Архипов, чемпион мира по банному мастерству среди профессионалов, и это проект «Тверь Тим». Изначально у меня была другая профессия. Я поработал в пожарной части 15 лет, командиром отделения. Ну и баня совершенно случайно так просто свела меня, наверное, судьба с ней. Баня мне открылась с другой какой-то стороны. Можно учиться бесконечно, даже я вот уже достигший определенных, да, таких высот, все равно посещаю какие-то семинары. Это такой живой процесс, это не стоящий на месте процесс. Более комфортная температура для ощущения телом человека – это порядка 60-70 градусов, мы так скажем. Более высокая температура, она ни к чему, потому что русская баня, она у нас все-таки предполагает работу с режимами пара. То есть у нас она и так называется парная. Опять же, после бани не обязательно нырять в холодную какую-то воду. Можно просто встать под прохладную воду. Можно просто выйти на улицу, принять воздушные холодовые нагрузки, да. Насколько каждый человек себя ощущает внутри, насколько он готов к этому. И у нас баня трезвая, у нас никакого алкоголя. То есть вот чай, пожалуйста, пейте, да. Я работаю с многими знаменитыми людьми, людьми бизнеса, людьми искусства, и даже с правительства бывают люди, потому что всем необходим этот разгруз. Есть такая пословица: бани генералов нет. То есть все эти люди, которых мы знаем, как каких-то, ну, может быть, сильных людей, да, людей правительства, которые... Бани, они себя все человеки, все голые, все себя адекватно ведут. Так случилось, что нужен был определенный момент и помощник мне, да, ну а кто самый ближний помощник? Это как бы родственники, сын, да, и он со мной начал ходить, помогать мне. Ну и в какой-то момент, в 20-м году, он сказал: да, пап, я готов, я буду выступать. Отлично выступил, показал свое мастерство, да, стал чемпионом России 20-го года по парению в русской бане. Такая, да, у нас получилась династия уже, можно сказать.